Наконец-таки закончился наш очень утомительный ночной переезд в ужасном слипербасе. Сейчас мы находимся, кстати, переезд длился около 13 часов, в отличие от поезда, который шел 7,5. Вот. Сейчас мы находимся в Панаме, в столице Гоа. Наконец-то мы добрались до нашего отеля в Кудалине. Здорово утомились. Ночью в Кудалине практически не переспал, потому что горячий уже немножко трясет. Вот. У меня такое ощущение, что я ходил в Индию, ну, как минимум на пару килограмм, когда я думаю, мир, потому что шорты меня уже летают полностью, расстегивают. Вот. А мы наезжали, забыл показать номер. Сейчас заснимем. Балкончик. Зеркальце, какие-то места, шкаф, неизменный атрибут, вентилятор. Кстати, ребят, советую в отелях брать номера с вентилятором, а не с кондиционером. Так как кондиционеры фильтры не чистят, вот, и можно съехать, повезет еще, если бронхит, или там еще что-нибудь похуже. Вот. Ну и самый стандартный индийский. Довольно-таки прилично. Так, на самом северном пляже Гоа, на пляже Арамболь, встречают сансет.
весело, позитивно и зажигательно. И решили остаться. То есть у нас вышло по 200 рублей с человека за ночь. То есть, чтобы назад не ехать. Вот, открываем и сразу море. Темно, не видно. Но отчетливо вот. Слышно. Отчетливо слышно, что вот все, здесь уже море. Покажи такое чуть-чуть. Все минималистично, по-гуански, дешево и сердито. А нам будет ничего не надо. Да. Вот, санузел, напор очень хороший, вода слегка прохладная. Ну, сейчас, все как должно быть. Ребята, добрался-таки я таки до жареной акулы. Хотел попробовать полторы недели, все никак что-то не доводилось. Но теперь все-таки взял. Вот эта вот большая тарелка акулы, картошки и салата, и помидорки со свечкой в нем стоит на наши деньги где-то 300 рублей. Ну и немножко улманка. Не пьянки ради, здоровья для. Для. Ну засними это, чтобы не было. Вот. Вот. А Сергей вот взял? Креветочки, чесночный соус, должны быть вкусные. И вот сейчас тоже попробуем акулу. Вот. А в 5 метрах справа плещется море. Море. В общем, красота. Вот, собственно, а вот здесь вот это уже домик, который мы сняли на ночь. А вот теперь, после того, как мы разделались с акулой, Сергей выскажет свое мнение по поводу нее. The best. Очень вкусно. Советую. Присоединяюсь. Такое нежное мясо, ни косточки нету. Просто улетела у нас за 2 минуты она. The best. Да.